Многоуважаемый Ильхам Гидарович, президент Азербайджанской Республики, я сегодня с большим удовольствием совершаю официальный визит в вашу страну. Мы провели очень плодотворную встречу в узком составе. В программу моего визита входит церемония награждения вас высшим орденом Республики Казахстан «Алтын Кран». В Казахстане вас знают, почитают, уважают как выдающегося государственного деятеля, человека, который известен во всем мире, человека, который привел Азербайджан к исторической победе, восстановлению территориальной целостности в полном соответствии с резолюциями Совета Безопасности, в связи с чем я сегодня вас поздравил во время нашей личной встречи. Вы вносите огромный вклад в развитие многостороннего, многогранного сотрудничества между нашими государствами. И в знак признания от имени всего казахского народа я сегодня хотел бы вручить вам орден «Алтын Кран». За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой наградить орденом «Алтын Кран» Алиева Ильхама Гейдаруглы, президента Азербайджанской Республики. Многоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от всего сердца хотел бы поблагодарить вас за высокую оценку моего труда. Я очень горд тем, что вы сочли нужным наградить меня высшим орденом Казахстана, братской страны. И со своей стороны и впредь буду делать все для того, чтобы вносить вклад в развитие наших дружественных и братских отношений. Наши народы связывают история, общие корни. Сегодня, как два независимых государства, уверенно идущих по пути независимости, Казахстан и Азербайджан демонстрируют высокие темпы развития экономики и решения социальных вопросов. Растет авторитет наших стран на мировой арене. Я рассматриваю эту награду как знак уважения всему азербайджанскому народу. Я особо горд тем, что получаю эту награду из ваших рук. Мы сегодня, как вы отметили, провели очень обстоятельный разговор по многим вопросам двусторонней повестки дня и вопросам международного развития. И я уже сказал, и еще раз хочу подтвердить полную поддержку курсу реформ, который вы проводите. Та политика, которую вы проводите, полностью отвечает национальным интересам Казахстана, народа Казахстана. И те успехи, которые уже достигнуты, свидетельствуют о правильности курса, которым вы идете, и то, что народ Казахстана это поддерживает, еще раз говорит именно об этом. О том, что наш братский Казахстан идет правильным курсом. И все цели, которые вы поставили, я уверен, будут достигнуты. Ну и эта высокая награда обязывает, конечно, меня к дальнейшей деятельности по пути укрепления наших отношений. И можете быть уверены, что отношения с Казахстаном и дальше будут находиться в приоритете внешней политики Азербайджана. Еще раз благодарю за такую высокую оценку.